Темпы и качество реализации проекта, финансируемого Европейским банком реконструкции и развития по прокладке канализационных сетей в Чедерлунге и водопровода в четырех селах района, намного лучше в сравнении с пятью другими аналогичными проектами в других районах республики. Об этом сообщила представитель Министерства окружающей среды на расширенной встрече с подрядчиками, заказчиком, региональным оператором «Апотерма» и представителем консалтинговой компании «Аптиса». Самый лучший пример – это Чедерлунга, который постоянно и в Кишиневе, и общается, и все проблемы решаем вместе. Проблемы в строительстве всегда есть и будут. Все вопросы, которые были и по проектированию, и по прокладке, и по методу прокладки, все решаются сообща. Региональный оператор «Апотерма» в рамках проекта получил уже первые единицы специальной техники. Всего предусмотрено еще 5. Такого рода спецтехника единственная в Гагаузии. В Молдове только Чедерлунга и Аргеев располагают таким спецтранспортом. Примерная стоимость двух автомашин – около 200 тысяч евро. Это шланг. 100 метров, и он продувает конденсатор внутри. На нем отливается сопло, которое находится внутри. И горизонтальный, и вертикальный, и заднего хода. И он пробивает трубу полностью, очищает и продувает на всю длину трассы. Технический надзор за исполнением всех заявленных строительных норм со стороны заказчика осуществляет представитель консалтинговой структуры «Аптиса». Те изменения по проектным документациям все-таки были, скажем, с точки эффективности разумными. Учитывая склоновые участки некоторых улиц, жители беспокоятся, как будет обеспечен соответствующий уровень. Их также интересует состояние дорожного покрытия после прокладки сетей. То, что они прокладывают сети, это очень хорошо. Но важно после прокладки сетей выровнять поверхность дорожного покрытия, чтобы не было грязи. Глава района Сергей Бузаджи уверяет, что все основные работы должны быть завершены в намеченный срок. В случае, если строительные технологии не позволят проводить работы в осенне-зимний период, есть возможность продления сроков до середины будущего года. Я думаю, что все наши компании, я так думаю, закончат срок. Единственное, может быть, мы затянем по лоту 5-8 в городе Чедерлунга, потому что можем не успеть до зимы. Когда мы оставим эти работы на следующий год, до мая, до июня, до июля месяца, я думаю, что мы их завершим. Напомним, прокладка канализационных сетей в Чедерлунге и водопровода в четырех населенных пунктах района реализуется в рамках проекта Европейского банка реконструкции и развития. Общая стоимость вложений – 7,5 миллионов евро, 5 из которых грантовая составляющая, остальные 2,5 миллиона выделяются в кредит на 15 лет.